моем окружении выявлено несколько заболевших коронавирусом. В этой связи принято решение уйти на самоизоляцию, несмотря на то, что тесты отрицательные, титры антител высокие, я привит, как вы знаете, но рекомендации есть рекомендации. Поэтому некоторое время будем работать в удаленном формате. Хочу еще раз обратить ваше внимание, что у нас растет заболеваемость, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции очень сложная по всей стране и в нашем крае в частности. Единственная возможность защитить себя и близких – это сделать прививку. Так как это сделал президент, так как это сделал ваш покорный слуга и все здравомыслящие люди. Поэтому я хочу обратить на это внимание каждого. Берегите себя и своих близких.